Итак, здравствуйте, с вами Black325 и Трой. Кажется, я влюбился. В каштан. Нет, не в каштан. В кого? В Элизабет. Elizabeth is on fight, конечно же. Речь идет об... Конечно же, речь идет о Bioshock Infinite. Которая вышла 3 года назад. Которая, вообще-то, Bioshock Infinite — это третья игра из серии Bioshock. Стоит она 900 рублей и продается в Steam. Я очень Bioshock не люблю. Bioshock, ну ты говно. Ну, вообще, Bioshock — это очень старая игра, она вышла очень так печально. Чё с камерой? Этот вопрос я давал я несколько обзоров назад. Чё с камерой? А, му-му! Это камера, му-муев! Камера, ку-куев! Ну, знаете, Bioshock Infinite будет рассказывать о летающем городе Колумбия, построенном в 1915 году. Наша задача и там... И разрушен. Наша задача там найти девушку Элизабет. Фотографию сейчас на экране. Ну, если на экране, если я не поленился ее поставить. Конечно, сейчас на экране, вот она, вот она. Ну, короче, Элизабет, короче, это офигенная девушка, обладающая сверхспособностями. Летающий город Колумбия, который скрылся на горизонте, нас просит найти. У нее есть ножницы. Для чего? Для потенции. Один холлборд использует. Ну, короче, очень интересная игра, наверное, получится. Я хочу скачать, будем с Архипом проходить. Офигеть, ты меня по имени называешь. Угу, тролль, да-да. Ну, в общем, прикольная, наверное, будет игра. Значит, что еще нового? Если что, сейчас играю я. Если что, сейчас... Архип. Ку-ку, ёпта! Архип, чё? А! Хуй. А, знаешь что? На уроке, короче, сидим, это... Блядь, сука, яблоко! Я тебя кавал, яблоко. А чё такое? Короче, на урок сидим, блядь, сука, яблоко. Короче, ну, это... Знаешь, так там джетпак был. Там прикол такой был, короче, это... Типа на уроке сидит и такой пацан говорит. Мария Петровна такая, а, хуй нах, в дневнике куча двоек. Да ну. Ага. Это у вас в классе? Нет. Коля Петушок? Это мем какой был. Коля Петушок, да? Это какой Коля Петушок? Который у вас там в классе. У нас Костя Петушок. Костя Мешков, или как жечь евреев. Или как правильно сжигать евреев. Ну, он, короче, по нации еврей, он, короче, из Израиля приехал. Реально? Да. Из Израиля? Из Израиля. Заебало жить в Рязани, повсюду пыль, говно и грязь. Надо сделать обрезание и поехать в Израиль. Играй нормально! Только я услышал об обрезании. Иван Васильевич теряет потенцию. Иван Васильевич внезапная эрекция. А что это такое? Эрекция? Ну это когда по утрам встает. Да-да, это про вас, дорогие зрители. Архип, ты будешь нормально играть? Я кукух. Ты сам сказал. Ку-ку, ёпта. Какой у тебя тут рекорд? 24528. Чё? В общем, очень хорошая игра. Наверное, будет Bioshock Infinite. Ну, еще какие выходят. Значит, Assassin's Creed 4 Black Flag. Там ничего интересного. Ну, Modern Warfare, ну, там ничего интересного нет. Только можно проходить эту кампаньку в кооперативе. И все. Да, там вроде такая функция будет. А, про Assassin's Creed 4 Black Flag. Там будет, короче, такая штука, что когда, если вы подключаетесь к интернету, вам будут как-то, я не знаю как, игроки подключаться в одиночную кампанию. Да как? Я не понимаю, как? Чё как? Как? Блин, я не понимаю, чё с камерой? Камера? Да, она... Иван Васильевич камеру шатал. Я твою камеру шатал. Я твой камера дом шатал. Ты пошатуй. Я твой дом камера шатал. Я твой труба дом шатал.
Редкий бонус. Я Анну Шатунову дом шатал. Знаешь, твоя девушка? Кто? Аня Шатунова. Это кто? Сталкер-шаталкер. Кстати, у меня заработал интернет, я скачаю, короче, прогу, буду снимать видео. Наверное, будет твой обзор на... Кто считает бандикам говно, ставьте пожалуйста. Если скачать крякнутую, можно даже Sony Vegas Pro 11 качать. Но если вы, конечно... Зафига, к Sony Vegas все равно надо качать, чтобы графика HD была. Без HD никак не получится. А там... Нужен HD, понимаешь? А там у тебя не будет HD, там просто видео будет с говняным звуком, без обработки. Нифига. Там, понимаешь, там в Sony Vegas ты делаешь заставки, песни накладываешь, обрезаешь там все. А там ты просто будешь выкладывать. Нет, чтобы видео не это не складывать вместе. Правда? Там не просто надо складывать, там еще монтируется звук, видео улучшается, там все улучшается. Как ты не понимаешь, тролль? Если ты скачаешь Bandicam, тебе все равно придется скачать Vegas, потому что у тебя графика будет 360p. А ты знаешь, какой сайт? Он платный. Кто? Это Sony Vegas. Sony Vegas, ты крякнутый скачай. Ну ты меня скачай, я не знаю где. Ты... Ну, рак ебаный. Чего? Я не рак, я близнец. Ты в доту даже не играл. А ты тоже. Я знаю. Зато я знаю, что такое рак и мид. Я знаю, что если в вашем миде нету рака, то рак это... Ну, вы знаете, кто рак, ты, блядь, рак. Я там раком никогда не был, потому что я не играл в эту игру. Дота это чё? Ну, это онлайн игра в Steam. Да почему ну, он не прыгает? Всё, с вами был Black325 и... Ты чё, пошатанул? Тихо! Всё, всем... На сталкер я буду делать... Всем удачи, всем пока! Всем удачи, всем пока, берегите себя. Жопа колбаса. Чё? Жопа колбаса. Он упоролся. Всё, пока.